И как вам такая красотища? Вот один слой уже наклеен. Будет еще несколько. На весь автомобиль наклеим до 8 разных типов материалов. Иногда один слой, иногда два, иногда до 5 доходит. Аккуратно демонтируем торпеду для того, чтобы сделать качественную шумо-виброизоляцию моторного отсека. В этом мультиван. В других местах уже практически все готово. А вот торпеду нужно снять. Все автомобили нуждаются в шумоизоляции. Даже такие маленькие, аккуратненькие, красивенькие. В работе BMW F15 тотальная шумоизоляция. Крыша тоже разобрана. Сейчас уже укладываем штатный ковер. Внутри полностью все сделано. Все в работе. Здесь осталось это делать. Наносим новый материал. Называется SGM. Такие вот разные типы материалов. Все они уже применены внутри этого автомобиля. Volkswagen Multivan. Тотальная, бескомпромиссная, капсульная шумо-виброизоляция. Сделали практически везде и даже сняли торпеду для того, чтобы обработать моторный отсек. Представляете? Вот в такой стадии находится автомобиль до начала работ по тотальной шумоизоляции. Для того, чтобы его разобрать качественно и потом ничего не забыть, уходит 2 дня. BMW X7 на тотальной шумоизоляции. Как вы можете заметить, абсолютно все разобрано. Торпеду сняли, печку сняли, кондиционер убрали. Полностью все укладывается несколькими слоями шумо-виброизоляционных материалов. Так что очень скоро все будет уже по-настоящему тихо. Если шумоизоляция, то только такая, тотальная, бескомпромиссная. С моторным отсеком, с полным разбором. В этот раз у нас на тотальной бескомпромиссной шумо-виброизоляции BMW. Посмотрите, все до металла, торпеда снята, все жидкости слиты, потолок весь разобранный, везде все проклеивается несколькими слоями. Представляете, насколько сложная и кропотливая работа? Зато будет тихо в автомобиле. Джип Grand Cherokee полностью разобрали внутри салона, подготовили автомобиль к тотальной шумоизоляции, сняли крышу, сняли торпеду, разобрали двери, пол, все до металла для того, чтобы начать работу по нанесению слоев шумоизоляции. Единственная уникальная технология от BGT Workshop – тотальная шумоизоляция. Тотальная. Остатки шумоизоляции выкидываем за ненадобностью. Ох, кропотливый, сложный труд. Зато какой шикарный эффект. По Мерседесу устраняем разные неприятные моменты, заложенные еще на производстве. Устраняем скрипы, щелчки, пощелкивания, потертости разные. Все будет идеально потом. Audi Q5 в кузове B8. Продолжаем работы. Вот, смотрите, в каком сейчас все состоянии. Каждый элемент
разбирается, зашумливается и опять собирается без потери качества. Клипсы все меняются на новые, если они вышли из строя и так далее и тому подобное. Вот то состояние, когда автомобиль подготовлен к тотальной бескомпромиссной шумке. Везде голый металл. И даже здесь. Кто-то там рассказывает, что можно быстро сделать. Да-да. Ага. BMW 7 серии. Кузове G11. Тоже на тотальной шумоизоляции. Вот сейчас все в стадии демонтажа только. Завершили тотальную шумоизоляцию на Kia Cerato. И вот результат. Глухой стук. Ну а вы сами помните, какая машина была до шумоизоляции, и это же ведь Корея. Также полностью шумоизолирован весь салон, моторный щит, багажное отделение, и вся машина тотально зашумлена. В работе на тотальной шумоизоляции одновременно несколько автомобилей. Все они примерно в одной стадии работы. Здесь снята торпеда, все убрано, и происходит укладка шумовиброизоляционных материалов. То был V-класс, а здесь, пожалуйста, Lexus новый абсолютно с автосалона. И тоже вот она, перегородка между моторным отсеком и салоном. И вот еще старенький BMW тоже в работе. Все кипит, все шумит, бурлит. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь. Volkswagen Tiguan прямиком из автосалона и тоже в тотальную бескомпромиссную шумоизоляцию. Тотальная бескомпромиссная капсульная шумоизоляция автомобиля. Абсолютно все элементы снимаются. Шумится, а потом собирается назад. Очередной Камри приехал на тотальную бескомпромиссную капсульную шумоизоляцию для того, чтобы мы сделали его не просто тихим, а бесшумным. Моторный отсек освобождаем для того, чтобы там тоже нанести шумовиброизоляционные материалы. Тотальная бескомпромиссная шумоизоляция в нулевой стадии. Так называемый нулевой, потому что сняты все пластиковые элементы, снята торпеда для того, чтобы моторный отсек можно было зашумить. Двери, потолок еще на месте, но его тоже снимем. Тотальная бескомпромиссная капсульная шумоизоляция для Mercedes G-класс Гелендваген. Демонтаж торпеды для того, чтобы качественно нанести шумовиброизоляционные материалы на моторный отсек, на перегородку, которая разделяет салон и мотор. Оттуда идет основной уровень шума. Большинство компаний этого не делают. Очередной Mercedes 167 кузове. Сделали тотальную шумоизоляцию и сейчас занимаемся перешивом салона. Очередной Mercedes 167 кузове заехал к нам на тотальную шумоизоляцию. Сейчас процедура демонтажа штатных элементов, чтобы уложить элементы защиты. Ребята по шумоизоляции не простаивают, потому что у нас реально круто и дорого. Без компромиссов. А в этот раз Toyota Camry на тотальной шумоизоляции. Завершили первый этап проклейки BMW 740D шумоизоляционными материалами. Далее будут проклеиваться двери и потолок. Очередной V-класс в работе, 447 кузов. Начали шумоизоляцию, разобрали уже снизу, по бокам. И сейчас разбираем торпеду, чтобы зашумить моторный отсек. Тотальная бескомпромиссная шумоизоляция Tiguan. Посмотрите, все, абсолютно все, даже перегородка между салоном и моторным отсеком зашумлена. Потолок тоже зашумлен.
каждый элемент тщательно прорабатывается и оклеивается шумо-вибропоглотительными материалами. Сегодня в работе на шумоизоляции Mercedes V-класс 447 кузов. Смотрите, абсолютно все разобрано. Ничего не осталось нигде. И даже моторный отсек полностью зашумливается. Такого, как вы понимаете, никто не делает. Mercedes Vito приехал к нам на тотальную доработку и на перешив. А что мы будем делать конкретно, следите дальше и не пропускайте. Уже начали тотальную шумоизоляцию Vito. Проклеили весь кузов одним слоем. Только взгляните на качество проклейки. Проклеивается просто каждый миллиметр салона. Далее будет проклеиваться вторым слоем. И все двери будут проклеиваться в 4 слоя, как это у нас принято. Сняли потолок с Vito V-класс. Можете запомнить его в достаточно таком обыкновенном сером виде. Обыкновенная потолочная ткань. Но буквально через одно мгновение он станет белоснежный. Появится итальянская алькантара и звездное небо. Завершили проклейку основной части кузова Mercedes Vito. Как вы видите, пол проклеен в 2 слоя. Моторный щит также проклеен в 2 слоя. Уже установлен скелет. А это означает, что сборка начинается. Осталось только зашумоизолировать полностью все двери. И можно собирать полностью весь салон. Завершили тотальную шумоизоляцию Vito. Как видите, собрали уже практически весь салон. Сейчас наши мастера устанавливают потолочный монитор. Задние борта и выдвижные двери, точнее дверные карты, находятся у нас в цеху по перетяжке вместе с потолком, который перетягивается у нас в белоснежную алькантару и дооснащается прекрасными звездами. Только взгляните, какую шикарную центральную консоль мы будем интегрировать в этот Vito взамен обыкновенных маленьких подлокотников, которые находятся сбоку от сидений. Также по спецзаказу эта консоль может быть дооснащена двумя подстаканниками, которые охлаждают или подогревают напитки. И, конечно же, можно сюда интегрировать морозильную камеру. Вот уже полностью готовый потолок, перетянутый в итальянскую белоснежную алькантару. И вы только посмотрите, какая разница между обычной серой потолочной тканью и настоящей алькантарой, которой хочется просто прикасаться каждый момент. Чуть позже этот потолок дооснастится невероятным звездным небом и кометами, которые будут летать по этому потолку. Вот они, те самые элементы, с которыми мы будем работать по перетяжке. Задний боковой борт будем работать вот с этой вот центральной вставкой, будем ее перетягивать. И также будет перетягиваться центральная вставка на выдвижной двери. Вот эта вот часть. А вот так выглядит полностью установленная консоль. И вы только посмотрите, насколько это удобнее обычных маленьких подлокотников и насколько это комфортнее. Потому что появилось дополнительное место для хранения, очень глубокий бардачок дополнительный, также появились дополнительные подстаканники и очень-очень удобно в использовании. Работы по звездному небу, по потолку от нашего Vito с белоснежной алькантарой ведутся полным ходом. Вы только представьте, как шикарно звезды будут переливаться и играть на этой белоснежной алькантаре. И в принципе, вот этот вот этап говорит нам о том, что совсем скоро будет завершение всех наших работ. Долгожданное техническое завершение, дооснащение нашего Mercedes-Benz Vito, на котором мы сделали тотальную шумоизоляцию, полностью перетянули потолок, установили на него шикарнейшее звездное небо, как в Rolls-Royce, не обделили его потолочным монитором на базе Android. Теперь с него можно смотреть абсолютно любые видеоролики и наслаждаться любым мировым контентом. Конечно же, перетянули дверные вставки на выдвижных дверях и задние боковые борты. Только взгляните на эту шоколадную кожу, на эту шикарную строчку, и это невероятная работа. Также мы полностью проработали центральную консоль. Вместо штатных подлокотников, маленьких, неудобных, установили вот такую вот полноценную центральную консоль с дополнительными отсеками для хранения вещей, а штатные дырки мы аккуратно заделали алькантарой. Если вам нравится такое дооснащение, обращайтесь к нам в БГТ Воркшоп, и ваш автомобиль преобразится в любом лучшем виде.
Тотальная бескомпромиссная шумоизоляция на примере Audi Q5 в стадии разборки салона. Осталось снять торпеда и полы. Потолок тоже будем снимать. BMW X7. Вот сейчас шумоизоляция в такой стадии. Полностью разобран салон. Не сняли еще крышу. В этой машине изначально хоть какая-то есть шумоизоляция, но ее все равно недостаточно. Автомобили новые появляются, как, например, новый самого свежего модельного ряда Cadillac Escalade. А тотальная шумоизоляция необходима всем, потому что изначально в автомобиле шумка просто отсутствует. Вот сейчас здесь, смотрите, все разобрано. Осталось снять торпеду для того, чтобы под ней тоже заизолировать. И еще один ГЛС 167 кузове, также тотальная бескомпромиссная капсульная шумоизоляция со снятием торпеды и с проклеиванием абсолютно всех элементов кузова. По тотальной шумоизоляции в работе сразу три автомобиля, не совсем стандартных для нас, но все-таки Kia Carnival 2021 года. Завтра снимем торпеду, потолок и сделаем окончательные варианты шумоизоляции. Это Toyota Sienna, по-моему, тоже тотальная шумоизоляция, бескомпромиссная. А здесь GLS, да, GLS 166. Не совсем новый автомобиль, но люди все равно тратят, вкладывают деньги, потому что шумка очень эффект дает большой. Тотальная, бескомпромиссная, капсульная шумоизоляция Cadillac Escalade со снятием торпеды и с полной обработкой шумовиброизоляционным материалом всех элементов кузова.